you want. But if you try sometimes, well, you might find. И всем привет, дорогие друзья, меня зовут Михаил, и это очередной подкаст, даже не знаю, какой сейчас по номеру, если честно, я как-то даже не удосужился посмотреть, какой он по счету, просто давно никаких новостей на канале не было, и в последнее время видео выходили с задержкой, то есть уже, наверное, неделю как ни одного видео не было, и я решил, что нужно хоть что-то сделать, выпустить какой-то подкаст в данном случае, чтобы объяснить ситуацию. Почему так? Ну, во-первых, это мой личный, своего рода, конечно, наверное, оставшийся незамеченным, но, тем не менее, протест против того, что сделал YouTube и Google+, в частности, с комментариями. Мне абсолютно, как и большинству людей, которые занимаются активно выкладыванием видео, я не то чтобы занимаюсь этим, потому что активно, конечно, но в основном люди, которые выкладывают какие-то летсплеи, да, или по играм материалы, они... Я, насколько знаю, в основном, в большинстве своем плюются от новой системы. Потому что она, ну, неудобная совершенно. То есть читать комментарии стало отвратно и невозможно. Я даже не знаю, пишет мне кто-то комментарий, нет, потому что я свою Google Plus страницу просто удалил, я отделил ее. Они раз 5 или 6 пытались навязать мне... соединить аккаунты, в один прекрасный момент я это соединил, потом они там опять что-то поменяли, аккаунты опять разъединились, я опять соединил их, написал им гневное письмо, после чего через некоторое время обнаружил, что можно таки эти две учетные записи друг от друга отделить, после чего я успешно Google Plus просто удалил и вернулся к своему старому формату, где у меня была только учетная запись YouTube. Но Google Plus на этом не остановился, и все-таки заставил всех использовать свой сервис. И это ужасно на самом деле. Понятно, почему они это все делают. Уже это много кто обсуждал, и не раз все это всплывало. Тут я больше говорить ни о чем не буду. Просто да, я совершенно против новой системы. Я, конечно, может быть, как и все остальные, что-то не понимаю. Но меня совершенно не устраивает то, как это сейчас сделано. И я, например, не собираюсь заводить Google Plus страницу, для того, чтобы... Ну, то есть, конечно, я понимаю, что, скорее всего, в конце мне придется ее завести, в конце концов, в итоге, чтобы хоть как-то следить за происходящим, но меня просто воротит от этой идеи, особенно в связи с тем, что я скажу дальше. Основная новость заключается в том, что я в скором времени должен буду уехать и надолго. То есть, скорее всего, на 4, может, больше месяцев. Поэтому видео, скорее всего, я просто совершенно не представляю, в какие условия я попаду, но очевидно, что моего домашнего компьютера там не будет, на котором я, соответственно, у меня и все игры, и все программы, и весь материал. Соответственно, там я никак записывать не смогу. Возможно, какие-нибудь подкасты, там, не знаю, какие-нибудь обновления, если это будет интересно. Я, может быть, буду выпускать, но это максимум, скорее всего, что можно ожидать. Просто я не знаю даже, будет ли там интернет вообще, будет ли у меня возможность выходить в интернет хотя бы с телефона. То есть, ну, скорее всего, да, с телефона возможность выходить в интернет будет, но, сами понимаете, много роликов так не выложишь, и как это вообще обработку на телефоне, я тоже сделать не смогу, поэтому в любом случае мне понадобится хотя бы ноутбук, а это уже, в общем, не знаю пока что. Соответственно, если сейчас я предзапишу, наверное, какое-то количество роликов, если у меня будет получаться по времени, я предзапишу роликов, и сколько у меня их хватит, я буду, по крайней мере, еженедельно выкладывать что-нибудь. Если же вы увидите, что роликов совершенно нету, и канал вне активности, это значит, что просто я уехал и ничего с этим поделать не могу. Я, конечно, постараюсь отвечать на комментарии, но опять же, вот почему я говорю, что меня воротит от новой системы, я без понятия, как я буду делать это через телефон. В том смысле, что, конечно, у меня Android, и все эти Google сервисы у меня там предустановлены. Осталось разобраться, как с этим делать, потому что раньше все было намного проще.
заходишь на YouTube и, собственно, вуаля, все на месте. Теперь же придется запускать несколько приложений, все это как-то из одного в другое, там что-то отсматривать. В общем, понимаете, для меня не самое это выгодное развитие событий, и не очень это удобно. Вот, поэтому какие-то новые проекты. Я хотел начать Европу 4 на канале прохождения, потому что старые боги постепенно как-то... У меня у самого к ним интерес начинает уже пропадать, потому что я отчетливо понимаю, что дальше просто нужно потратить тонну времени и денег на то, чтобы строить храмы, добиться максимального... там максимум больше 50%, да, авторитета церкви, и чтобы я мог реформировать веру, то, что я и собирался делать изначально. Вот, это просто займет еще очень много времени. Также я раньше хотел вернуться к Британии. Очень хотел бы. Я хотел бы вернуть себе корону и посмотреть, как все из этого получится. Все сохранения у меня есть. Но я все это собирался сделать, вот, буквально в ближайшее время начать. Но у меня поменялись планы. Так получилось, что мне нужно будет уехать надолго. Вот, поэтому, собственно, вот такие дела. Если какие-то новости будут, соответственно, я буду их выкладывать на канал. И, ну, постараюсь что-нибудь предзаписать. Не знаю, может быть, разные игры какие-нибудь, чтобы, ну, как-то разнообразить на канале деятельность. Вот. И, собственно, еще очень я знаю, что эта новость, наверное, очень опоздает, потому что я давным-давно собирался и обещал, но так и не сделал. Ну, просто из-за времени нехватки. Вот. Вышел русификатор на Европу 4 от Стратегиума. Это очень крупный форум и команда переводчиков, за что им огромный поклон, конечно, от всех. Русификация сделана очень качественно, хотя вы знаете, что я стараюсь всегда играть в оригинале, и с русификациями у меня такие натяженные отношения очень. Но работа переводчика, я и сам переводами занимался, и поэтому могу сказать, что это, конечно, титанический труд, особенно для такой игры, где огромное количество текста просто. Поэтому там и туториалы переведены, насколько я знаю, все-все-все переведено. Это очень круто. Поэтому под видео я поставлю ссылку на... Во-первых, они выложили в Steam Workshop свой русификатор. Он мгновенно набрал 5 звезд. Но я думаю, что те, кто играет в Европу 4, уже знают об этом. Наверное, это все, что на данный момент у меня есть по новостям. Так что спасибо, что прослушали это. Я, может быть, какую-нибудь картинку подложу. И всем пока!